По всему миру пропадают тысячи рек и водоемов. Но одновременно с этим там же обрушиваются мощные ливни. К примеру, в Китае, несмотря на частые наводнения, исчезло более 27 тысяч рек, а это примерно 50% рек всей страны. Как это можно объяснить? В Украине за последние 30 лет исчезло более 10 тысяч рек. Пересыхают колодцы. Четверть рек и половина мелких ручьев Англии тоже находятся под угрозой исчезновения. Из-за нехватки воды Индия столкнулась с таким водным кризисом, какого прежде не было никогда. Возникает естественный вопрос: куда исчезает вода? Сейчас наша планета входит в цикл планетарных катаклизмов, который происходит каждые 12 тысяч лет. Во время цикла галактическое взаимодействие влияет на ядро планеты, в результате чего оно разбалансировано и начинает скакать. Из-за этого планета ускоряет свое вращение и начинает расширяться по экватору. Образуются микротрещины, и вода из водоемов уходит на большую глубину. Такой забор воды планетой можно сравнить со вдохом. Сейчас планета вдыхает. Значит, когда-то она все-таки выдохнет? Так когда и как наша планета сделает выдох? В результате ускорения планеты изменяется ее центробежная сила, и магма начинает подниматься к поверхности земной коры и подогревать подземные воды. Уже сегодня мы с вами наблюдаем стремительное таяние ледников снизу вверх, нагрев глубоких слоев мирового океана, таяние вечной мерзлоты и случаи, когда вода в колодцах закипает на глазах у людей. Только в недрах Западной Сибири на глубине 1,5 километров плещется целое море горячей воды объемом 1 000 000 000 кубометров. И такие бурлящие-кипящие подземные моря находятся не только под Сибирью, но и во многих других регионах. И этой воды вполне хватит на то, чтобы устроить нам еще один библейский поток. Так вот, когда магма доберется до этих огромных запасов воды, она начнет лавиной испаряться. Просто представьте, в каких количествах вода выйдет из-под земли, когда планета будет делать выдох. Это приведет к выпаданию непрекращающихся ливневых дождей, которые повлекут за собой катастрофические наводнения. Нас ожидают подъемы воды на километры, так что останутся только верхушки гор.